Всем привет на канале Мосали. Сегодня в работе у нас Datsun Mido. Машина уже разобрана. Поверхность подготавливаем, проклейки, все обезжириваем. Пока пробежимся по штатной шумоизоляции. Машина сама всем маленькая, но такие огромные арки в багажнике и ничем не обработаны. То же самое по правой стороне. Немножко завизрим пол багажника. На этом все. По салону. По салону достаточно неплохо завибрен. Так плотненько завибрены ноги водителя, ноги у, в ногах у переднего пассажира, в ногах задних пассажиров. Ну неплохо, неплохо. Но тем не менее жалобы на данную модель. Шумная, много посторонних шумов, жучков. Все надо исправлять. Все надо проклеивать, чем сейчас будем заниматься. Разобраны двери. В дверях тоже такой солидный кусочек вибра. Но тем не менее шумно. Никаких шумопоглощающих материалов в автомобиле вообще нет. Все отсутствует. Тонкий ковер на полу. В дверях, естественно, вообще ничего нет. Все нужно исправлять, проклеивать. Чем сейчас и займемся. Закончили проклейку виброматериалами, проклеили багажник, проклеены арки, все проклеено, проклеены крылья автомобиля, все проклеено, прокатано, упаковано. Также готов автомобиль салон, тоже все проклеили, сняли вибрацию максимально со всех элементов. Салон тоже у нас первым слоем готов. И проклеенный первый слой внутрь дверей. Виброматериал, задняя дверь, передняя водительская дверь, все готово. Все, четыре двери тоже проклеены. Продолжаем. Закончили проклейку Datsun шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, проклеили пол багажника, проклеены арочки, арки изнутри, крылья. Все тщательно проклеено. Вот так теперь у нас упакован багажник автомобиля. Также готов салон, все сплошным ковром проклеено. Теперь у нас выглядит салон. И готовы четыре двери. Задняя дверь, второй слой шумопоглощающий, передняя. Все, автомобиль полностью проклеен. Два слоя будем собирать. Закончили сборку авто после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора, разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантия на наши работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока!